Добрый день, уважаемые любители футбола. Юношеская футбольная лига 2 вас приветствует. И мы с вами начинаем смотреть за матчем между командами «Локомотив» Москва, «Рубин» Казань, «Сапсан-Арена», болельщики «Локомотива». На ваших экранах поддержка сегодня хорошая у железнодорожников. Вторая команда, ну вот сейчас нужно постараться. Смотрите, за этим розыгрышем, за этим стандартом. Не выходит из ворот и правильно делает вратарь, вытаскивая мяч из-под перекладины. Смотрите, какая была хорошая атака. Четвертый номер «Рубина» Даниил. В центре поля мяч. Ну что ж, первый тайм близится к завершению. Денис Трагель, второй фол, зарабатывает. А «Рубин» атаку проводит. Очень опасный момент. Удар по воротам. И 1-0. «Рубин» открывает счет сегодняшним матче. 38 минут уже почти команда отыграли. Первый же опасный момент у ворот «Локомотива» завершается забитым мячом. Давайте еще раз посмотрим. Игроки «Рубина» празднуют этот забитый мяч. Горностаев, 11 номер. Перерыв в таком более хорошем настроении. Но для этого нужно забить непременно. Потому что пока... Пока... Счет 0-1, и сейчас железнодорожники близки были к тому, чтобы... 1-0, «Рубин» впереди в поединке против «Локомотива». Перерыв. И нанести удар по воротам. 59-я минута. Опасно, удар по воротам, и рядом со штангой. Какая же возможность была у казанской команды удвоить счет. По сути, второй момент, и... Один из представителей тренерского корпуса отдал резервному судье. Но сейчас опасный момент. Передача опасна. Кто же сможет удар нанести? Добивание. И 1-1 счет становится. Железнодорожники празднуют этот забитый мяч. Отличная передача. И счет у нас сравнялся. Давайте будем смотреть повтор. Мяч в штрафной. Удар по воротам. Хороший удар в дальний угол. Вытаскивает этот мяч Вадим Другов. Не нужно ни в коем случае вмешиваться в работу арбитра. А вот сейчас вновь нарушают правила. Ну, на этот раз нарушают правила. Там давайте посмотрим, как «Локомотив». Подача, удар по воротам. И рядом со штангой бью. Все внимание сейчас на поле. Продолжаем смотреть. Корнеев. Корнеев пытается пробить по воротам. Удар по воротам. И Хайрулин мяч забирает. И чемпионате тяжелейшей борьбе, и нужно поздравить, безусловно, команду, тренерский штаб с этим достижением.